Приветствую, рыболовное братство! В этом видео вы узнаете о существовании поплывка будущего, который позволит вам совершить очень дальний заброс, при этом сохранит малька на крючке. Ведь признайтесь, что чаще всего мы стараемся как можно дальше забросить, по некоторым причинам. Возможно, это жаркое лето, и хищник старается держаться на глубине. Или мы хотим забросить в затишье, у корягах или у камышей, где хищник ждет. Но одна из проблем – это плохое удержание малька на крючке. Стоит нам хорошенько взмахнуть удилищем, как малек срывается с крючка. И тем более ветреную погоду. Подчеркиваю, ветреная погода – наиболее эффективная при ловле на хищника. Дело в том, что вода насыщается кислородом, и рыба становится более активна. Тем самым хищник начинает двигаться и искать свою добычу. Как раз в этом случае этот поплывок просто на вес золота. Лично я убежден неоднократно, что ловля на живца наиболее эффективна, но есть некоторые нюансы, например, малек карася или окуня и остается активным более длительное время, что не скажешь о синявке и тем более о верховке. Верховка – это самый нежный живец, и как только вам стоит взять его в руки, он буквально засыпает. Как только вы пробьете ему позвоночник крючком, на этом его активность закончится. Не говоря уже при ударе об воду, при забросе. Но этот поплывок значительно уменьшает тот самый удар об воду, защищая его от оглушения. И благодаря этому малек остается длительное время активным. И обратите внимание на этот поплывок. У него имеется два отдела, куда легко можно поместить все два малька. И возможно, вы уже догадались. Такого рода поплывок был сделан из обычного шприца. Сам шток с мальками мы упираем в упор, затем нам нужна растворимая пробка, которая будет удерживать до определенного момента этих мальков. И идеально подойдет кукурузная палочка. Спустя несколько минут она растворяется, и шток с грузилом неизбежно падает вниз. И в тот момент мальки наши освобождаются. Все предельно просто, не так ли? Исключительно на видео я показал два коротких поводка, поскольку ваша задача создать оснастку таким образом, чтобы малек не соприкасался между собой. А это значит, что один поводок нужно сделать на порядок длиннее остального. Каждый малек будет двигаться в своем радиусе и не соприкасаться. Тем самым вы избежите запутывания поводков. Лично я мальков не огружал, поскольку рыбачил я на очень заросшем озере, где практически невозможно ловить. Также поплавок хорош тем, что вы можете ловить и в ночное время. Для этого просто мы открываем контейнер от киндера сюрприза. Мнем светлячок до момента освещения, и мы должны просто поместить его в этот контейнер. И прошу заметить, что такое ненавязчивое освещение куда намного приятнее нашим глазам в ночное время суток. Сделать такой поплавок очень просто. Но перед этим я хотел бы обсудить мое предыдущее видео, которое очень буро обсуждали в комментариях. Люди почему-то мне не верят и меня осуждают, думая, что я поймал карпа кои с аквариума, зацепил на крючке и ложно сымитировал его поимку. На что я хочу ответить всем, кто мне не верит. Ну, во-первых, карп кои стоит немалых денег. Некоторые особи в 40-45 сантиметров можно оценивать практически 800 тысяч долларов. Именно этот карп, по ощущениям, весил около килограмма 400, от силы 1,5 килограмма. Я далеко не первый человек, кто ловит такие экземпляры. Например, в интернете вы можете найти уйму информации по этому поводу. Если вы считаете, что оранжевый карп с пятнами как отдельный вид, то как вы объясните эти фотографии? Например, толстолоб оранжевый. Окунь, тот же карась, сом. Как вы объясните эти фотографии? Разумеется, гораздо чаще сбой пигмента сопровождается таким оранжевым равномерным цветом. И гораздо реже встречаются пятна черного цвета, как в моем случае. Но все же, это всего-навсего небольшая патология в пресноводном царстве. Пожалуй, такое явление можно сравнить с тем же альбинизмом. Нарушение пигментации, вот и все. И надеюсь, что все ясно вам объяснил. Давайте вернемся к нашему
замечательному поплывку. Всем приятного просмотра. Итак, берем самый обыкновенный шприц в 20 мг. Затем вынимаем шток из цилиндра. Снимаем верхнюю резинку. Затем мы должны отрезать упор штока. Сам шток мы должны подрезать таким образом, чтобы получилась одна единая пластина, которая будет делить на два отдела наш поплывок. И желательно эту пластину тоже укоротить. Затем этот упор штыка мы должны уменьшить в диаметре, ведь он не проходит в этот цилиндр шприца. Идеально для этого подойдет наждачка. Все это клеить я буду термоклеем. И с обратной стороны мы должны приклеить груз. Изначально груз был круглым, я его немного притоптал молотком. Его вес составляет 20 грамм. Мы его тоже клеим термоклеем. Ну что ж, ползадачи мы уже сделали. Но единственный момент. Хоть наш шток имеет точку опоры, при небольших усилиях он все-таки слетает. Поэтому нам нужно его зафиксировать. Берем иголку и делаем некие отверстия, куда мы будем завязывать леску. Также сбоку мы сделали несколько отверстий для того, чтобы вода туда просачивалась, чтобы никакого вакуума не было. Теперь наш шток удерживается на толстой леске, а это значит, что он никуда уже не денется. Теперь просто мы берем контейнер от Киндера Сюрприза, делаем небольшое отверстие ножницами и вставляем его в верхушку шприца. Но перед этим я приклеил небольшой карабинчик с вертлюжком. После того, как мы приклеили контейнер Киндера Сюрприза, с внутренней стороны я поместил небольшую деталь, всеми знакомую, от стопорков. И для прочности я закрутил небольшой саморез. И наш поплывок почти готов. Делаем небольшое отверстие в боковые упорки. Затем просовываем ту же иглу от этого шприца. Отрезая лишнее, мы получаем аккуратное отверстие. Оснащать этот поплывок очень просто. Сперва мы крепим стопор для регулирования заглубления. И в это самое отверстие упирается бусинка, защищая от узла, за который крепится карабинчик с крючками. Вот и все, друзья. Все предельно просто. Всем огромное спасибо, кто досмотрел видео до конца. Также пишите в комментарии свои впечатления, все, что вы думаете по поводу поплывка. Возможно, вас заинтересовала тема о карпе кои. Пишите свое мнение, делитесь с друзьями этим видео. С вами я прощаюсь ровно через неделю. До новых встреч. Всем пока.